Всем привет! 10 сентября, время 17 часов. Мы идем купаться на море. Утром мы покупались. Ребенок упал. Да. Утром покупались, и вот вечером еще идем купаться, потому что, ну, явно, что остаются денечки теплые, которые вот. Давайте посмотрим, что тут. А какую цену инжир, скажите, пожалуйста? 250. Инжир 250. Уже отходит, уже через 2-3 дня нету инжира. Отходит, да? Конечно. А виноград? 120. 120. Так, а что еще? Чурчхела. Сколько? 120. Это натуральное, домашнее, не то, что там краски продают. Голубика. Сколько стаканчик? Стакан 100. А помидоры? По 100 и по 80. По 100 и по 80. Груши тоже фотографируют. Давайте. Красивые. Груши. Сколько? 120. 120. Ну, понятно. Инжира, конечно, бы. Бери инжир, уже нету. Ну, он такой суховатый. А? Суховатый такой. Нет? Вот это нет. Вот суховатый, вот это зеленое. Это сочное. Ну, понятно. Так, ну ладно, нам надо подумать. Мы пойдем покупаемся. А кукуруза в какую цену? Ну вот, на пути к морю можно купить кукурузу вареную за 70. И вот инжир, голубики, чурчхела. Все у нее там, все домашнее. Инжир мы покупаем. Но мы покупаем за сколько? За 200? Ну, примерно за такую же цену, за 230, 220. Да, инжир сезон сейчас как раз. Сейчас. Да, мы очень любим инжир свежий. Серафима, она умеет его выбирать как-то. Даже сделала видеоролик, как его выбирать. А ты делала видеоролик? Или... Наверное, да. Нет, ну, в общем, мы найдем этот ролик и поставим в описании, как выбирать свежий инжир. Людей, конечно, много, уже ветер. Вечером больше, чем да. Температура сегодня была 25 градусов тепла. Днем, да? Что море должно немножечко, может, на пару градусов нагреется. Но мы идем пробовать вечернее море. Пойдемте попробуем вечернее море. Вначале посмотрим вечерний вид. Еще закат будет в море. Нам надо да, все вечером это... Вечером просто вообще волшебная вода. Ну, тепло, тепло. Ветер обдувает. Мне кажется, мы даже жарковато оделись. Да, наверное. Вот. Люди купаются. Загорают. Людей побольше в воде уже. Вот там вообще много. Да, там... Там много побольше, ага, точно. Здесь такой кураж, все, все продолжается. Веселье продолжается, лето, да. Отпуск. Лето, отпуск, жара, все это идет. Всегда? Да. Мы здесь пройдем и дойдем уже. Здесь, как обычно, кураж идет. Там день рождения кто-то справляет, юбилейчик. Давай еще вот здесь покажем. Ну, классно, классно, мне нравится. Пойдемте покупаемся. Спускаемся к нашему любимому пляжу 40 лет Победы. Ветер такой уже. Ветер сильный, да. Утром ветра не было, было хорошо. Но ветер теплый. Сильный ветер, но теплый. Так, кого там кормят? Чаек. Здесь кормление аттракцион, кормление чаек. Вы только посмотрите на эту красоту. Какое красивое море. Давай покажем тогда.
что ли. Вот красота такая. Мы идем просто купаться сегодня, потому что сегодня суббота, завтра воскресенье, и с понедельника прогноз погоды показывает дожди всю неделю. Дожди, похолодание, ну все как обычно, сентябрь. А мы все не можем наесться морем. Все, пока что оно... Просто мало так купались, почти весь август, но июнь-июль не купались. Июнь-июль не купались, потому что в июне очень холодное было море, а в июле мы просто не знали, что можно купаться. Здесь. Нормально? Мы купались на другом пляже, на центральном. Там не очень хорошо купаться. У нас здесь лето продолжается. Какая осень? Не знаем. У нас все как обычно. Все куражатся и едят кукурузу, чурчхелу, пьют домашнее вино, купаются в море, ну и, конечно же, танцуют. Танцуют на вечерних дискотеках, в ресторане и в кафе. Ну, у кого нет сил, тот просто лежит в номере и попивает какие-то напитки и смотрит в свой телефончик какие-нибудь прикольные видосики. Правильно я говорю? Да. Вот. Ну, еще можно на экскурсию отправиться. Ну, нам, конечно, нужен самокат, чтобы спускаться туда-сюда, и мы такие промчались бы на самокате. Но мы все по старинке. Мы все по старинке, пользуемся ногами. Ну вот, тут купаются люди, пожалуйста. Вот мы почти дошли. Нам еще пройти немножко осталось. Как обычно, мы идем все на тот же пляж. Он бессменный хит этого лета. Пляж 40 лет Победы. После оборудованной зоны есть необорудованный дикий пляж, где там мы купаемся. И ну там комфортно, комфортно, потому что камней... Чистая вода. Камней нет, как здесь. Вот здесь вот все в камнях же. Здесь еле-еле люди заходят. А у нас там песочек. Можно понырять спокойно, понырять, понаблюдать рыбок. И вода очень чистая. Вот такие лайфхаки от анапчан. Ну это не от меня. Это не анапчанин. Угу. Понятно. Я-то так затесавшийся. Угу. Пока ты не купишь тут какую-нибудь недвижимость, ты, можно сказать, не местный. А если у тебя есть недвижимость, то ты местный. Угу. Правильно? Видимо, да. Ну что, аншлаг практически. Людей много. Нормально, все хотят позагорать, покупаться. Осень? Нет, мы не знаем. Мы не знаем, мы отдыхаем. Все. Мы в Анапе. Правильно? Мы в Анапе, да. У нас здесь все с этим достаточно неплохо. Повезло, конечно, с погодой в этом году. Тепло вечером, прохладно. Вот, вот эта доска стоит 1000 рублей. За час или за полчаса? За час. За час, да? 1000 рублей за час. Такой сап и гребете до Турции, пожалуйста.
И солнце, и ветер. Такое сочетание, да? И тепло как бы. И все равно ветер обдувает. А что ты думаешь, с понедельника дожди начнутся, что ли? Я не думаю. Я прогноз смотрела. Уж не знаю, что там будет с понедельника, но метеорологи предсказывают дожди всю неделю. Поэтому... Поэтому надо понятно. Надо успевать последние теплые летние деньги. Это правда. Это правда. Здесь вот можно перекусить. Купить самсу. Сосиску, чебурек. Варенье даже из грецкого ореха продается. Чай, кофе. Пожалуйста. И кукуруза одна осталась. Голодным не останетесь. Пойдемте. Варенье из грецкого ореха очень полезное. Стоит 250 рублей. За сколько там? 0,5. За 0,5. Ага. Да вот просто. Просто что вот. Конечно. Там супер полезное варенье из грецкого ореха. В нем, значит, много йода содержится. И вот, 250 рублей за пол-литровую баночку варенья. Ну, зато такая баночка из Анапы. И вот мы подходим к нашему пляжу. Тут сегодня суббота, тут шашлыки. Ребята жарят, значит, палатка стоит. Субботний отдых. Здесь местные все вышли. Местные знают про это место, поэтому их много. Видите, как они хорошо отдыхают. Хорошо сидим. Класс. Сейчас шашлычки тут будут. Но мы не завидуем. Мы пойдем купаться. Пойдемте. В общем, сейчас мы попробуем вечернюю водичку. Посмотрим, как она тут нагрелась за день или нет. Или такая же холодная. Вот мы попробовали вечернюю воду в море. Но потеплее, чем... Теплее, чем утром. Да, теплее, чем утром, но все равно прохладно. А холодно. Что бы там ни говорили. Ну, бодрит море. Нормально. Ну то, что ветер еще, да? Ветер, да? А так людей много. Там будет закат. Купались вечером. Нормально, людей много. Сегодня суббота. Все с пикниками, жарят шашлыки. Ну, не все. Многие отдыхают, да. Так что весело. Ну, море, конечно, холодное. Ну да, хорошее, в принципе, да. Она чуть-чуть прогрелась за день, но все равно холодное. Да. Но теплее, чем утром. Теплее, да. Может быть, это просто для нас вода холодная. Мы же привыкли, что в августе она была такая очень теплая. 25, 26, 27 градусов. А сейчас 20 градусов. И кажется, что уже холодно. Но вообще люди вот плещутся. Все нормально. Не вытащить детей из воды. Так что... Ну да, конечно, все относительно. Кому-то холодно. Кому-то нормально.